Mēs esam sagatavojuši 2013. Gada karstāko tenku top 18. Aglonas novadā jau kādu laiku karstākā tenka ir par to, ka deputāts Vadims Krimans strīdās ar novada priekšsēdētāju Helēnu Streiki. Strīda iemesls ir politiskās caurspīdīguma neesamība. Pēc pēdējiem novada domes vadības izgājieniem, ka komiteja darba laikā notika slepenas darba grupas, pēc knapa atbilžu nesaņemšanas deputātam Igoram Reščenkam un pārējiem deputātiem par 27. Decembrī domes sēdes laikā sasteigto un neplānoto iestāžu reorganizācijas jautājumu izskatīšanas, pēc nekvalitatīva izpilddirektoras darba, deputāta pacietības mērs bija pilns un viņš atklāti izgāja uz kaujas lauka. Mūsu korespondents tieši no notikuma vietas, kas tad īsti notika šajā kaujas laukā. Как вести бой снежками? Ой, снежинка! Такая красивая! Как больно! Поздравляю! Вас только что вызвали на бой снежками. О, зимние феи хотят сыграть. В знак согласия осторожно бросьте снежок в ответ. Возможен кроткий ответ в виде залпа. Бой снежками – занятие творческое, без четких правил. Биться зимними феями на снежках? Мы точно продуем! Есть план! Прикрой меня! Так точно! Эта игра благотворна и полезна для здоровья. Люблю запах снежков по утрам. Мы их не победим! Пусть они перестанут! Не удалось победить? Не грустите. Проигрыш – это не страшно. Можете пригласить соперника на чашку горячего шоколада. Переборщила! Это лучший бой на снежках! Второй раунд! Феи. Тайны зимнего леса. В кинотеатрах с 15 ноября. Тенка номер 2. Новада тенко, капец пэдэя ракста, кас тика явету ацмаэс лапа агуана нет, uzrunas analīze ir mērķēts uz to, lai novada vadītāji aizietu no sava ieņemamā amata. Taču es vēlos jums teikt un apgalvot, ka tas tā visnotaļ nebija domāts. Lai kliedētu visas šaubas, šim rakstam pievienojam video, kurā labā ir izklāstīta manas iecerētās domas filozofija. Dzīvosim taču pozitīvi! Перемены не диво, жизнь прихотлива, и норов судьбы суров. Вот рассказ о превратностях жизни правдивый, в горах близ седых ледников. Жил барашек, чья шубка тонка и мягка, и бела, как мука, или как облака, он гордился собой, зазнавался слегка. И пускался от радости в пляс. И бывало, соседи сойдутся вокруг, что за стук увлекутся, пляшут, смеются, и весельем полнится луг. Только вдруг... Thank you.
тот день в горы пустился великий кролень. Герою страдальца утешить не лень. Тормознул и барашка спросил: ты что, грустный пельмень? Ах, я был красив, и я был ретив, и я танцевал под веселый мотив. Ну, обгорнали меня, не спросив, и бросили здесь, без стыда заголив. Будто прошел див, а соседи тут же в крик: ну-ка, брысь, я, мол, розов и жалок и лыс. Лыс, лыс, и что же, что лыс? Плевать на мнение, крыс, ни к чему эти нюни, ищи позитив. Хоть лыс, стрижен, ты, главное, жив. Сегодня везет, завтра наоборот, но надо с надеждой смотреть вперед. Ведь ты не калека, копыта крепки, остается поставить на место мозги. О танцах былых нам что говорить? А ты можешь слететь легко, воспарить. Ножку поднимешь повыше и вбок. Танцевать готов ты, танец прыг-скок. Прыг, прыг и прыг-скок. Прыг выше всех, скачи налегке. И к небу тянись в каждом новом прыжке. Ножку поднять чуть выше и вбок. Весна, стрижки сезон, и вновь плесуна погрузили в фургон. Для барашка опять был печален итог, но пошел ему впрок урок. Вот он скок, скок, скок и поскок. По жизни лед, падение и взлет. Но пока есть колени, надежда живет. Tenka numur 3. Aglona net vēlas caurspīdīgumu un reālu pozitīvismu, jo mēs cīnījāmies, lai atbrīvotos no tā, ko saucam par iepriekšējās varas negodīgo politiku. Tāpēc nevēlamies, lai mūsu darba augļi ar esošās vadības bezdarbību vienkārši izzūd un vēl jo ļaunāk atgriežas. Mēs cienam sevi un savu darbu, tāpēc nevēlamies, lai to vienkārši sabradā. Video ieskats, kas tad notika tieši no notikumu vietas. За тобой слежу давно я, ты решил, что я слепа. О том, что ты лишь зло творишь, победа всем пора. Для мамы это сказки, но я смогу ей доказать. Она узнает, чем ты занят, и все тогда конец.